С вами на канале Каприз Марины, снова я. Я хочу сегодня вам показать, как мы кусочек возле речки облагородили и сделали красиво, чтобы когда будет тепло, будем здесь отдыхать, рыбку ловить, и чтобы было приятно. Хотела бы вам показать еще вот наши дерево, которое выросло здесь, оно старенькое. Мы ее украсили таким вот в старом стиле. То, что нашли в старом доме здесь, где мы его купили. А так потихоньку мы пытаемся все это почистить. Вот возле речки мы такую вот как бы дамбочку такую маленькую делаем, чтобы красиво все было. Здесь копали мы. В прошлом году мы чуть даже рыбки здесь ловили. Так что, смотрите, какие вещички мы такие возделали. Типа столики, стульчики. И все вот такое. Вот красоту вы здесь навели чуть-чуть. Так, в старинном стиле. Когда будет все зеленее, будет еще красивее. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Будем ждать комментарии от вас. Те еще, кто еще не подписан, подписывайтесь. Всем пока!